Вот здесь находятся рамки старинной гармонии, да, рамки. И по этим рамкам приходится делать мех, то есть, ну, восстанавливать, который сюда подойдет мех, вот, восстанавливать из материалов, которые имеются в наличии. Ну, что имеется в наличии? В наличии имеется электрокартон. Вот рулон стоит электрокартона, да, 5 метров погонных было. Вот, и я уже начал, значит, делать так называемые гофры. Все гармонисты знают, что такое гофры. Гофры – это этот картон, который я только сказал, вот этот картон, да? Он режется, а точнее разделяется на углы, которые прессуются, а затем выравниваются и так далее, и так далее, отрезаются. И из этих гофр, так называемых, делается общий мех для гармонии. Вот. Ну, что мне удалось сделать? Удалось отрезать углы. То есть на концах гармонии, на углах должно быть соответствие. Вот, допустим, я только что отрезал. Вот здесь отрезано, так плоскость отрезал этот аппарат, вот этот. Как вроде ты ножом разрезал сливочное масло. То есть четко, ровно и практически это не плоскость, это здесь идут куски картона здесь, да. А вот это второй кусок, который, допустим, был вот так, я его распилил только что. И если вот так соединить, что очень важно, вот так сделать прямой угол, то вот в этом месте, должно быть пространство. Ну вот примерно вот так, если условно сделать прямой угол. Ну вот так, да. Вот так сделать прямой угол. Причем пила отрезала очень ровно. Здесь все четко, ровно. И здесь ровно. То есть концы можно соединять без всякого якого. А потом уже, ну, заклеивать, приклеивать и так далее. То есть, ну самое главное, что получается вот здесь проем. Не вот так должно быть, потому что мышки потом не станут, эти кожаные, да, некуда их будет ставить. А вот так, вот, допустим, прямой угол сейчас, и вот сюда пойдут выглядывать вот эти будущие мышки. Ну, отдельно хотелось два слова остановиться на пиле. Вот пила, она существует, чтобы на ней делать углы, то есть отрезать углы на всевозможных заготовках, на дереве, ну, в данном случае вот на картоне, вот на таком, на прессованном. Вот здесь, конечно, пила, она как устроена? Она устроена, что она двигается. Вот, допустим, сейчас прямой угол вот здесь. Если заготовку поставить сюда, да, сюда, вот заготовку, то она отрежет под прямым углом. Вот, пила здесь приличная, я имею в виду, зубцы довольно хорошие. Вот они такие. Вот. А стоит, допустим, ее наклонить, а точнее потянуть, вот, допустим, получается 15 градусов, вот показывает хронометр и стрелка, здесь 15 градусов, можно получить 45 градусов, вот, получить можно 45, вот здесь написано градусов, да, а можно получить, как вот в данном случае мне пришлось отрезать здесь, чуть-чуть больше, чем 45 градусов, это тоже можно. Вот. Вот так. Вот стрелка ушла уже сюда, за 45 градусов. 45 градусов были, допустим, вот в этом месте. Вот они, 45 градусов. А это уже больше. То есть это как раз тот показатель и тот угол, который нужен в данном случае, чтобы нормально сделать соединение для будущего меха гармонии. Итак, дорогие друзья, здесь работает музыкант Сергей Замбровский. До новых видео, до новых встреч!